праздник торжества православия митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе возглавил божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Наши коллеги в городе на Неве вместе с многочисленными прихожанами встретили первое воскресенье Великого Поста с молитвой. Подробности далее. В одном из крупнейших соборов Санкт-Петербурга божественную литургию в день празднования торжества православия совершил глава митрополии. На аналое в центре собора образы Спасителя и Божией Матери. Первое воскресенье Великого Поста больше 10 столетий отмечено в календаре Днем Победы с иконоборцами. Почитание икон закрепилось после 7-го Вселенского собора. В своей проповеди митрополит Варсонофий говорил о спасении души каждого человека. Церковь явила во всей красоте свое торжество, конечно, святых. Мы ублажаем всех святых нашей церкви, которые раскрыли православие своей жизни и показали, как это красивая наша вера, как она спасительна и как она приводит нас в Царство Небесное. Поэтому даже сами все стремимся постоянно к святости. Сейчас время Великого Поста, когда мы сами очищаем свое сердце, свои души для того, чтобы как можно больше стяжать нам с вами благодать Святого Духа. Особый чин торжества православия включает воспевание вечной памяти всем тем, кто потрудился в распространении православной веры по земле, и многое лето тем, кто трудится сегодня. По завершению праздничной литургии архиерейской грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви был награжден глава администрации Центрального округа Санкт-Петербурга Максим Семенович Мейксин.